Рано утром 23 апреля мы вскочили с позаранку. Ну, впрочем, как вы уже поняли, мы всегда прыгаем с позаранку, особенно я. Ну, а Лакошка вздыхает и говорит: ну ладно, пойдем. Дело в том, что у нас сегодня, в принципе, было запланировано с раннего утра, мы должны были уже рвануть дальше по нашему маршруту. Но мы вчера так и не смогли попасть в кафедральный собор. И вот мы на площади дома. Площадь в основном построена, как видите, с 7 по 18 века тут здание находится. Здесь находится дворец епископа, здесь находится духовная семинария. И самое главное, то, зачем мы с вами пришли, это кафедральный собор. Вот вы видите его перед собой. У него два входа. Причем то, что вы сейчас видите, это не главный вход. Главный вход находится справа. Но так как, чтобы площадь выглядела красиво со всех сторон, чтобы радовало глаз, было сделано два красивейших входа. Один лучше другого. Кафедральный собор является подлинным шедевром барокко Лечези. Принадлежит руке мастера Джузеппе Дзимбало. В 17 веке он украшал этот собор. Здесь очень много богатых, красивых скульптур. Всевозможные резьбы. Смотрите, какие интересные древние ворота. Вход. И вот эти вот шары я смотрел, что это такое, стеклянный или каменный. А мы сейчас, дорогие мои зрители, зайдем внутрь кафедрального собора, и я вам покажу, что это за шары. И вы сразу это все поймете. Мы долго стояли возле входа, собор был закрыт, но мы твердо решили не уйти отсюда, пока собор не откроет. И вот часиков там 8 с чем-то утра подкатила маленькая-маленькая машинка, совсем маленькая. Оттуда вышел священник, падре, ну я не знаю его конкретно должность, но он явно был одет в наряд священника, в темный, строгий. И у него был такой, знаете, как в кино показывают, белый воротничок. Ну я не знаю всех вот этих нюансов, но вот такой конкретный белый воротничок. Он увидел, как мы стоим с Аллой, переминаемся с ноги на ногу возле кафедрального собора, закрыл машину, подошел к нам и поздоровался. Протянул руку, поздоровался, посмотрел так на нас внимательно, говорит: вы откуда? Мы говорим: с России. Он улыбнулся, еще раз нам пожал руки и говорит: подождите минуты 3-5, я сейчас открою. И явно собор открыл раньше времени, специально для нас. Большое ему за это спасибо. Собор очень красивый. Столько здесь всего такого барочного, да, вот если вы барокко любите, ну, ваша душа будет просто петь внутри кафедрального собора города Лечче. А вот, узнаете, солнце и луна. Так они выглядят изнутри, потому что на них оттуда светит солнце, и все сразу стало понятно.